видео о том, как отремонтировать матрас своими руками в домашних условиях. Вот здесь центр весь был пружины поломанные. Вот Олег их здесь скреплял. А еще что обнаружили? Матрас вот вскрыли, обнаружили дефекты фабрики нашей. Где вот эти полосочки? Сейчас покажу. Вместо вот, широких? Вместо широких полосок. Хотя бы понавтыкали, 110 миллиметров. Понавтыкали вот такие вот узенькие. И мы вот сейчас усиливаем матрас. Вставочки делаем. Значительно лучше стало. Упругости каркаса. Новый покупать матрас, конечно, дороговато. Поэтому решили сами отремонтировать своими силами. Вот. Глаза страшатся, ручки делают. И чехол сняли, постирали. Вот. Как натягивать будем только, не знаю. Ну, натянем, я думаю. Тут, конечно, вот была вставочка. Вот такая она должна была быть. Такая должна. Три должно было быть, а они вставили вот только одну. Сантиметров 50. По-хорошему должно быть 5. Должно быть таких. По краям, где садятся люди, чтобы да. Не деформировалось вот это вот, вот усилить вот эту вставку. Угу. Посредине и там, где лежит человек, пролеживает место. Вот. Вот да, теперь будет. Вставили. Теперь будет хороший новенький матрас. И 1006 как минимум мы сэкономим. Ну уж 4-5 точно. Вот пружины, крепления фиксированные после ввода в продольные пружинки, они отломились. Таких отломленных было очень много. Что я делаю? Я вытаскиваю вот это конец пружины. Кольцо, да? Немножко делаю этот загиб для работы с пассатижами. Отвожу остатки старого кольца сжатия в сторону, подвожу пружину к пружине, проволока к проволоке, сжимаю одними пассатижами, а вторыми делаю новую петлю. Ее не очень просто сделать, но сделать можно в несколько перехватов. Пружинная проволока достаточно жесткая, но вполне можно организовать новую петельку, чтобы конец этой проволоки жесткая ушел. Проволока какая? Ну, пружинная. Выводим таким образом, чтобы ее можно было спрятать, чтобы не повреждать ткань. В дальнейшем тканевое покрытие. Да, не просто сделать, в общем-то. Ну, не просто, но вполне реально. Узелок предыдущего закручивание, что делала машина специальная вязальная. Машиной делается? Конечно, это все машинная вязка делается. Угу. На фабрике. Ну да, вручную так затыкаешься. Это если не ремонт сказать. Только делать, он мозоли посрывал уже. Ну что ж ты без перчаток? Они у меня в огороде, на другой съемочной площадке. Артист. Работники сцены. Да, тут нужны, конечно, сильные мужские руки. Я горжусь тобой. Или хорошие деньги купить новый матрас. Или хорошие деньги купить новый матрас, точно. Но мы легких путей не ищем. Вы да.
Голь на выдумку хитра. Выда. И даже вот от усилия... Я не показываю. От усилия лопается на всех сочленениях рабочая спецодежда. Гирка получилась очень красивой. О, вот и вторую ты сделал. Где лучше. Покажу? Вот это? Да, палец твой пришел туда, вот куда надо. Вот это получилось идеально. Идеально. Просто идеально. Заходите. Велено сделать рекламу. Кому нужно ремонтировать матрасы, звоните. Марина Вячеславна, Волгоград. Почему Вячеславна? Я Вячеславовна. Вячеславовна, я так и сказал. Марина Вячеславовна. Я сокращаю, чтобы больше поместилось информации в момент рекламы. Так что, друзья, огородом заниматься некогда. Подрабатываем на матрасах. Подрабатываем на матрасах и на ремонтах. Вот так. Нашли мы термовойлок. И сегодня приклеили его. Новый купили. Красота. С двух сторон усилили матрас. Термовойлок у нас на Дегтярева 25. Продается по цене 200 рублей. Но он не очень толстый, а где-то 3,5 миллиметра. Но другого найти мы не смогли в городе.